Первый в Актобе Монтессори-центр «Актобе Кидс» открыл свои двери. В запуске нового объекта, необходимого для воспитания и обучения подрастающего поколения, принял участие аким Актобинской области Бердыбек Сапарбаев. Не зря говорят, детей надо с самого раннего возраста, потому что в раннем возрасте у детей открываются его способности, его таланты, его особенности. У каждого ребенка есть свои там уникальности. Поэтому мы, взрослые люди, должны поймать, найти, на что способен этот ребенок. А мы власть будем поддерживать. Я от имени всех вас, от имени власти хотел бы вас поблагодарить. В центре, который расположен на площади 500 квадратных метров и рассчитан на 75 мест, дети от года до 6 лет смогут заниматься под руководством сертифицированных Монтессори-педагогов. Здесь реализован принцип разновозрастных групп и подобрано оптимальное количество учащихся для приобретения социальных навыков, взаимного обучения и обогащения опытом. А классы являются специально подготовленной средой для ребенка с полным набором дидактических Монтессори-материалов, отвечающих потребностям ребенка, его возрасту и этапу развития. Мебель в классах разработана специально для детей, безопасно и экологично. Представители центра рассказали о том, что особенность данной уникальной методики – это индивидуальное отношение к ребенку, как к уникальной и неповторимой личности со стороны педагогов. Ребенок сам выбирает материал, развиваясь в собственном ритме, а педагог направляет его и создает среду, которая соответствует потребностям ребенка в развитии. На занятиях детей будут обучать слушать, слышать, видеть, быть самостоятельными, преодолевать физические и внутренние зажимы, взаимодействовать друг с другом, выражать свои чувства и эмоции, а также развивать свой творческий потенциал, воображение и память. Кроме того, для всестороннего развития ребенка дети смогут заниматься шахматами, ментальной арифметикой, зумба кидс, обучаться казахскому и английскому языкам. У нас есть три группы. Группа вместе с мамой, группа тоддлер, это детки 2-3-летние, которые занимаются самостоятельно. Также у нас есть группа 3-6 лет, это она называется «Знайка». Каждая группа рассчитана по 25 человек.